И мы вернулись. Давайте-ка продолжать. Я слышу паука. Вот паук. Паучок. Иди сюда. Иди сюда, паучок. Ауч. Сэш, я вас вижу. О! Привет, паучок. Чего ты на меня сейчас так напрыгнул? Ты же вообще не должен отдыхать. О, как красиво у вас. Так. Я думаю, может просто прилететь баланжею? Что не работает? Так, кого есть теперь? Бесконечный. Не сдавай! Черт, я тебе крепел! Я их ненавижу. Бла-бла-бла-бла-бла. Коза нам придется теперь все это чинить. Сок тут самого. Настолько уже. Крепел! Ладно, похоже, нам придется еще взять целую кучу материалов. Поэтому я их ненавижу. Они подкрадываются сзади тебя, а потом уничтожают все, что тебе дорого. Забор. Отлично. Так, теперь нам нужно. У нас пока камней есть, нам не хватает. Нам нужно еще лес носить, лес носить, лес, отлично. Где-то мы глубоко тут завал, вот. Знаете, походу так бесконечный источник воды не работает. Давайте-ка его чуть доработаем. Вот так лучше. Так. Так вот. Нам нужно, оказывается, еще один. Сейчас. Вот так вот. Здесь их сделаем. Так, давайте-ка сделаем теперь это правильно. Вот так, 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 и так. Делаем все правильно. Вот это я поставим сюда. Вот так. И поставим тут факел. Все, теперь опять все хорошо и красиво. Теперь, как работает бесконечный источник воды. Как видите, он пополняется все время. И ну все работает. Что мне надо. Так. Наверх, можно отсюда заполнить. Так. Она сюда идет, окей. О, она вот сюда идет, нет. Да. Еще воды. Идем вниз. Давайте-ка фем вообще на его будет. Пусть тут будет прекрасный такой зимний садик. Красивый тут. Водопадики, все такое здесь. Очень красиво. Все. Так, тем можем заняться посадкой. Опси, я случайно. Хотя нам так, нам нужно тебя, нам нужно из тебя кое-что сделать. И нам еще ты понадобишься.
И нам можно сделать еще один инструмент. Мы камень свой. У нас вообще камня нет. Отлично. Пошли назад в пещеру. Так, камнем. Эх, пошли сюда. Мне кажется, и крипи начали взываться на более дальнем расстоянии. То начали тебе вот такую вплотную взывать. И мне так казалось. Что-то мне есть память сушить. А, да. Положим. И нам нужно это. Я абсолютно за... Селп. Так, это селп. Будешь селп, чтобы... Починить землю. Давайте-ка это здесь ставим, поскольку тут красивенько. Обратим все, что здесь ферму. Наверху, да. Чтобы брать схему, нажимаете правой кнопкой мышки. И нужно, чтобы рядом была вода. Вроде это должно работать, поскольку я помню, я играл на севере, и это работало. Да, работает. Главное, чтобы вода была рядом, поскольку если нет воды рядом, то все будет здесь высыхать. О, все работает. Отлично. Так, теперь что будем тут сажать? Лучший даже вопросик. Знаете что? Давайте-ка здесь будет расти вот эти. А. Я с собой. Да, у меня есть. Так, ну тут не совсем как я хотел получилось. Хотя. А у меня сидели тут расти пока что. Лизай. Пусть пока растет вот так. А, тут нельзя. Окей, значит так. Дать-ка уж. Хорошо. Вот так. Как бы тут расти. Хорошо. Тут мы пока сделаем ферму для разного. Так. Нам лучше их сделать. Ферму у нас должно как-то быть. Если мы здесь. То здесь. Окей. Или нет, там пока. А, да. Угу. Можно. Хорошо. Да, вот так тыквы. Так тыквы. А, тут посадим это. Потом еще тут пусть будет арбузики. Здесь посадим целый слой вот этого. Тут тоже целый слой вот этого. А, и 4 арбуза пусть растут у нас как. Давайте-ка здесь будет 4 арбуза расти. Да. Да, так хорошо. Здесь можем все посадить, поскольку нам это больше всего понадобится. А, и здесь тоже вот так посадим. Во! Во как хорошо. Отлично. Может, вынести кости, чтобы они быстрее расти, но это особо сейчас нам не нужно. Отлично. И еще совет. Никогда на них не прыгать, а только стопчите. Раньше было еще хуже, на них можно было только типа так. Так. Так, здесь я кое-что собираюсь потом сделать, но это... Потом. А, еще крышу хотел доделать. Да. Давайте-ка крышей займемся. Чего бы и нет. Не знаю, как она спереди выглядит? Больше. Фактически, до фермы у нас только один этаж был. Из здания, которое у нас было жить до фермы, мы сделали только один этаж до фермы. С трёх. Люблю дизайн. Я у меня обычно плохо дизайн походит. Ну, давайте-ка, мы же займемся. Надеюсь, нам хватит. Но это лучше или другое? Это. Я думаю, лучше это. Я надеюсь. Я думаю. Предполагаю. Не знаю. Я не знаю. Давайте-ка посмотрим, как выглядит будет. Вот так. И так. Так. Писать намного легче их ставить, поскольку вот так на их. Поскольку теперь, чтобы это сделать, вам всего лишь надо посмотреть либо на нижнюю, чтобы поставить на нижнюю часть блока, чтобы поставить их вниз, либо на верхнюю, чтобы поставить их на их. Потом их можно было так вниз ставить. Так, здесь будет так. Есть. И никогда не забывайте отпускать.
И никогда не отпускайте шрифт, когда это делать, а то вы глохнете здесь. И будет довольно-таки больно. Я нам хватает. Пойдем. Вот так вот. Я как снизу выглядит. Дайте чуть-чуть попучку сделать. Ю-ху! Ю-ху! А, не получилось. Ай. О, нам нужно покушать. Не хлеб. Ммм, хлебца. О, по-моему, красивенько. Как спереди выглядит, интересно. Я бы сказал, ну, хорошо. Хорошо выглядит. Может, чуть-чуть работать еще. Это хорошо. Это хорошо, да? Угу. Уже ноет, серьезно? Да. Сделаем это. Давайте сделаем так нам. Нужно вот так это сделать. Нужно вот так это сделать. Нужно вот так это сделать. Оп, оп, не падаем, не падаем. Так это сделать и так это сделать. Кажется, не совсем получилось, как я хотел. Давайте посмотрим. Нет, нет, так, так хорошо, думаю. Может чуть подрезать, но... Нет, нет, так хорошо. Так, отлично. Ну, пошли в дом! Вам хорошо, у нас теперь тут. Давайте-ка соберем еще тык. Кое-чего. Достаточно сверх тыка, чтобы посеять. Ну не осыпаем, чтобы тут тыка собирать. Отлично. Пошли теперь сюда. Это мы оставим на потом. И мы сидим снега. Так, нет. Ладно. Это убьем сюда пока что. Это убьем сюда. Тупим сюда, сюда. И тыкву оставим. Это вообще лучше с собой возьмем. Да, пожалуй, пожалуй, все. Да, это на всякий случай будем брать. Это можем убрать сюда. И думаю, все. Все. Да, это все. Потом надо будет нам найти еще джунгли. Чтобы кое-что достать. И это будет тогда все. Надо сейчас что-то наверху сделать, только я не знаю, что. Может быть скат, если у нас целый там вещей будет. Но пока что у нас все в один большой сундук помещается. У нас даже, ну, чуть больше половины только занято. Ладно. А знаете-ка что, сколько у нас тут вообще? У меня почти меч сломался. Раз, два. Еще три. Хороших. Слышу скелет, который хочет меня убить. Я так понимаю. Это нужно. Ну, пока мы здесь, давайте больше сделаем, наверное, доспехи, да? Больше нам что-то нужно еще сделать. О-о-о, хорошая штука мы можем сделать. Очень хорошая штука. Нам кас понадобится. Компас. Вот так вот. Ага. Компасы можно еще карту сделать потом. Доспехи у нас последнее дело, обычно делаю всегда. Что этот компас делает, он показывает вам на спаун. А поскольку спаун у нас рядом совсем с домом, мы сможем легко найти дорогу к дому. Так что можем куда хочем идти, а потом назад вернуться. Хорошо. Ладно, сегодня, наверное, хватит. Увидимся в следующий раз. И пока!